праздничные дни государственный флаг, символ победы в Отечественной войне народа Абхазии, установлен по республиканской трассе Псоу-Игры у въезда в село Маркула Ачимчирского района. Масштабный флаг Абхазии был, этот проект был запущен в 2009 году совместно с Государственным комитетом по молодежной политике и спорту. Такого рода флаги были установлены во всех городах Абхазии, и после этого было решено, что мы будем ставить флаги в памятных местах боевой славы, там, где проходили жесточайшие сражения. А наша компания и в дальнейшем собирается продолжать этот проект. Под звуки государственного гимна на 20-метровую высоту учащиеся Ачимчирской школы-интерната поднимали полотнище размером 32 квадратных метра. Отныне на возвышенности у развилки дороги Сухум-Ачимчира гордо реет абхазский флаг. На торжественную церемонию пришли ветераны войны, герои Абхазии Гашик и Шамиль Адзинба, глава администрации села Маркула Анрик Хурхумал, представители компании «Аквафон», а также учащиеся учителя Ачимчирской школы-интерната. Участники мероприятия отмечают важность события, прежде всего, для подрастающего поколения. Это один из важнейших символов нашего государства. Вот у нас уже был, когда началась война, вы знаете, это было до войны, этот флаг, гимн, герб, все было принято. С флагом ребята шли в атаку. Как раз сейчас наши праздничные дни, они, скажем, с тенью печали, потому что многих ребят с нами нет. Но тем не менее, это праздник, это победа. Хочу, кстати, пользуясь случаем, всех поздравить, весь народ, ветеранов, боевых моих друзей, всех, кто нас ценит, любит, которые живут не только в Абхазии, но и за пределами, и не только абхазы, кто нас уважает и поддерживает в нашей борьбе, в нашем становлении. Вот такие вот мероприятия, которые проводит компания «Аквафон», оно способствует этому поднятию патриотического духа и отношению к символам нашего государства. Ачимчирцы Ливан Торчу и Алхаз Харазия подготовили проект по благоустройству территории у подножия Большого Флага. По инициативе общественности района здесь будет разбит сквер. Представитель компании «Аквафона» Стан Барцец передал главе администрации Маркулы Анрику Хурхумал еще один экземпляр флага для дальнейшей замены. Учащиеся Ачимчирской школы-интерната устроили импровизированный концерт и прочли патриотические стихи. 6 октября, в день освобождения Гагры, государственный флаг Абхазии будет установлен у границы по реке Псоу. Амрамич Баста, Мургошба, Абхазское телевидение.